Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и это краткий обзор девлога от разработчиков. Ну а перед началом данного ролика, как обычно, хотелось бы поблагодарить всех наших донатеров канала за вашу финансовую помощь. Спасибо, друзья! Итак, за проделанную работу в игре за прошедший месяц. На мое удивление, девлог вышел очень коротким. И как может многим показаться, что разработчики ничего не делали и валяли просто-напросто дурака все прошедшее время? Но давайте его разберем и немного поговорим о том, что было. Итак, май был в основном сосредоточен на улучшениях существующих систем и исправлениях ошибок, которые прошли заключительную часть обновления 5 и всех его новых систем. Нам много рассказывали о предстоящих новых выпусках динозавров, одним из которых является Бэпиозавр. Показали новый концепт арт-скинов и рассказывали, как будет работать система гнездования. Кстати, о Бэпике можно сказать еще кое-что новое. Нам показали в официальном дискорде две его анимации, вокализация, то есть криков. Давайте взглянем. Система скинов. Система скинов завершена и готова к выпуску, но для начала ее выпустят, возможно, уже на этой неделе на закрытые стресс-тесты, чтобы убедиться до конца, будут ли найдены какие ошибки. Теперь, когда обновление 5 находится на пороге полного завершения, обновлением 5.5 в промежутке выпуска обновления 5 разработчики также занимались. Они переключили внимание на разработку обновления 6 кровь. До сих пор все шло очень хорошо до такой степени, что даже специальные механики и способности для Траадона функциональны и почти завершены. Однако они все-таки будут подвергнуты тестированию. Еще про систему гнездования для обновления 5. Теперь у нас есть функция, которая позволяет игрокам присоединиться в гнездо либо из списка доступных гнезд через меню спауна в игре, либо через код гнезда, которым вы можете поделиться между собой, то есть, собственно говоря, через обычное приглашение, как это уже работает в Legacy. При желании любой игрок, родители которые отложили яйца и сделали полностью функциональное гнездо, получат уведомление и будут иметь возможность принять, отклонить или заблокировать игрока. Принятие его порождает игрока внутри одного из яиц. Остальная часть процесса была уже реализована ранее, поэтому теперь весь процесс функционирует от начала и до конца. Также добавлена система для повреждения и потенциального уничтожения гнезд, поэтому нам нужно быть осторожными с тем, где мы их размещаем, и следить за ними впоследствии. Лимиты на кладку и яйца. Гнезда будут иметь свой размер где-то между 2 и 8, в зависимости от вида динозавра. Но для начала будет установлено фиксированное число 4 яйца для тестирования. Поэтому теперь будет большее разнообразие между различными динозаврами. Также в этом месяце были полностью переработаны звуки геррерозавра. Да, разработчик скрывал от нас и вел работу над этим динозавром. Крики были использованы из Legacy, чтобы сохранить его фирменные звуки, такие как низкие гудения, используемые для его вокализации, но добавили больше новых анимаций движения к оригинальным. Разработчик учитывал, чтобы они были достаточно различны, чтобы не было совпадений или возможностей для путаницы с криками Дейнозухуса, поскольку основным элементом обоих их криков являются низкие рычания аллигатора. Кстати, давайте сравним. Также к выходу 5-го обновления полностью будет изменена окружающая среда и переработана карта. Как говорит главный видеоредактор. К интересу многих. Долгое время он собирал материал и практически для фанатов подготовил трейлер релиза
обновление 5. Это заняло огромное количество дискового пространства. Все ненужные файлы последнего проекта удаляются или сжимаются, чтобы освободить место для предстоящего материала. Речь идет о 480 гигабайтах данных на трейлер релиза. Как он сам отмечает, то файлы должны быть подготовлены, и я должен проверить варианты и возможности, потому что одним из документов является первая коллекция сцен, где я вожу все идеи о самих сценах, которые у меня были в последние месяцы и которые могут быть визуализированы в трейлере. Еще один документ – раскадровка, которую мне удалось закончить в последние недели. Поскольку содержание обновления зашло очень далеко за его время подготовки, я начал его снимать. В отличие от других трейлеров, на этот раз я буду принимать решение о финальных саундтреках во время съемок, а не постпродакшн. Моя цель снова состоит в том, чтобы создать четко понятную и последовательную прогрессию. Трейлер должен быть кинематографичным и очень информативным. И, конечно же, вы можете ожидать сладких сцен с детенышами. Парусный дьявол-спинозавр. Мы уже видели концепты. Как сказал художник по анимациям, что череп нашего спинозавра пропорционален иначе, чем более знакомые изображения спинозавра. Спинозавр прямее, шире и сильнее. Он обнаружил, что невольно добавляет черты лица старой модели спинозавра. Для вдохновения нового прототипа на ум пришло слияние медведя и крокодила. В полной мере используя свои когти, огромные лапы, будет разрывать плоть и, когда появится возможность, будет опрокидывать свою добычу. Будучи подводным динозавром, он не будет плавать, как его более плавучие обитатели воды. Но вы были бы глупы, если бы подумали, что он все еще не может вас удивить. Интересно. Мало что можно сказать, что не было упомянуто об обновлении 5. И, как говорят разработчики, что они дорабатывают последние штрихи, прежде чем отправить их на стресс-тестирование. Отойдя от темы обновления 5, этот месяц также состоял из подготовки к обновлению 6. Имейте в виду, что с введением обновления «Кровь» игра в основном примет более ужасный тон. Хотя разработчики всегда планировали это и говорили об этом на протяжении 2 лет. Понимаем, что многие из вас, возможно, забыли или новички, возможно, никогда не знали, но The Owl — это игра ужасов на выживание, хоррор, что явно написано в описании игры, так что приготовьтесь к тому, что вам будет очень жутко и страшновато. Ну и, наверное, напоследок. Кроме того, команда аниматоров работает ускоренно над новыми игровыми персонажами, которые, как я понял, выйдут в данной последовательности после гнездования и затронут обновление 5.5. Они включают в себя полуводного бэпиозавра, прожорливого цератозавра, быстроногого галимимуса и лучшего лазейщика по деревьям Исласпира герерозавра. Для всех, кто постоянно спрашивает, когда выйдет следующее обновление, разработчики работают над ними в постоянном темпе. Я лично хочу больше обновлений, как и следующее обновление 5. Да, они будут выпущены, когда будут готовы и не раньше. В то же время, есть много других игр, чтобы привлечь наше внимание и повеселиться. Я бы хотел, чтобы разработка шла быстрее, но и я благодарен, что это не мертвая игра без обновлений, как многие другие игры с ранним доступом. Надеюсь, что данный блок новостей вам понравился. Вы обязательно подпишитесь на канал, поставите лайк, нажмете колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики, а также стримы. И обязательно вступайте в наш Discord, группу ВКонтакте. Все ссылки в описании. Всем хорошего выживания в мире The Isle. Пока.